Эх, жаль-то, что мы опять куда-то уезжаем. Что это такое? Опять ремонт? Да, сестрюка, зацени. У меня полностью комната Hello Kitty. Пусть кто-то посмеет только сказать то, что Hello Kitty плохая. Hello Kitty плохая. Как ты посмел? Умоляю, я так больше никогда не буду делать. Обещаешь? Обещаю, отпусти меня. Ну, хорошо, отпускаю. Пока. Офигеть, сеструха. Ну ладно, а что там у тебя, Даша? У тебя тоже новая комната? Прикольно. Интересно, а у меня тоже новая комната? Надо взглянуть. О, вау! Вот это крутая комната, юху! Так, надо собирать чемоданчики. Ну так, что за мне взять? Лузок, посиди пока что тут. Мне кажется, замолачиваться не надо. Я всегда готова на все случаи жизни. Попыт, 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 попыт. Что же сложить первым? Чемодан или рюкзак? Думаю, начну с рюкзака. Сейчас надо положить туда игрушки разные, одежду, котиков не забыть. Мама, а мы сдаем чемоданы в лучшую кладь? Нет, мы не сдаем, доча. Можешь взять только рюкзачок. А ты, мама? Что? Как ты с отцом разговариваешь? Дорогой, иди сюда. Лечу, дорогая. Только со мной так больше не разговаривай. Окей. Да, лечу. Ну все, чемоданчики собраны. Можно поиграть в планшет. Тихо. Так, сколько я смогу унести с собой иглусок? Надеюсь, много. У меня за их как-то не сильно мало. Так. Чё? У меня чё, столько иглусок? Пропустим этот момент. Начну собирать чемодан. В него положу футбольный мячик. Не попыть с собой возьму в самолет. А это будет какая-то кладь там внизу, которая багажник колоть. Так, этого чудика можно багажник, этого тоже и этого. А попыт вручную кладь. Так, я уже тоже собрана. Можно посмотреть телек. Так, ну насчет чемодана я умею собирать чемодан. Вроде бы. Пропустим. И короче, я сейчас соберу первым чемодан. Чемодан мне надо пижама, фен. Чуть не забыла. Мама! Мама, у меня должны быть соревнования по скачкам где-то через неделю. Не переживай. В общем, мне позвонила вчера твоя учительница и написала то, что скачки переносятся на месяц вперед, так что через месяц они будут. Фух, слава богу, спасибо. Пожалуйста. Так, чемодан собран, а вот в этих шмотках я поеду завтра. Я тоже готова и могу посмотреть свою любимую передачу. Ну что ж, дорогая, давай будем собирать чемоданы. Слушай, я, наверное, сама их соберу. Ты не против? О, нет, конечно, я не против. Собирай, а я пойду свой собирать. Окей. Дорогая, ты уверена, то, что вся твоя одежда тебе нужна там? Да, а ты что, хочешь, чтобы я голая ходила, да? Ну так и скажи то, что тебе не нравится то, что я набрала. Купи мне тогда новую одежду. Ладно, все. Мне все нравится, окей. Пойду собирать свои вещи лучше. Ну, в принципе, я уже сложил чемодан. Пойду всем сделаю чай.
Но, блин, ну разве он сложил чемодан? Пол шкафа осталось у него в шкафу. Надо, да, собирать. Опа. Так и вот так. Закрывайся. Прекрасно. Все, сижу там, как будто ничего и не было. Так, надо бы и мне делать ремонт. А то я как-то не захотела. Буду пока что складывать вещи. Котик, посиди тут. Так, и что же сюда положить? Все, я собрала чемоданчик, а точнее рюкзачок. Чемодан мне не нужен. Так, надо положить себе какой-то диск для приставки. Короче, какой-то диск, чтобы вдруг там будет телек поиграть. Опа, хоп. Ну, в принципе, я готова. Котик, пошли со мной. Никита, где ты ходишь? Я пил чаек. Потом побежь чаек. Все, у нас через несколько часов рейс. Окей, я несу чемоданы. Ох, тяжелые. Мамочка, я уже собралась. Молодец, солнышко. Иди вниз, поставь свой рюкзак. Идти вниз ехать. Кисюля, ты идешь со мной. Пошли. Так, девочки, пошлите уже. Окей, сейчас мы выкатим телеки. Я скажу всем. Окей, ждем вас внизу. Мам, помоги мне, пожалуйста, не могу взять рюкзак. Окей, надел за тебя приставку. Окей, я иду. Спасибо, что помогаешь. Пожалуйста. А что, уже время ехать? Так, мне надо переодеться быстренько. Раз кепочка, два шмотки, а это рюкзачок. Возьму с собой на всякий случай. Закройся. Теперь мне надо это все как-то утащить. Еще подушку надо взять. Ну что, Хома, помогай. Сестрюк, я тоже иду. Возьмешь по самой рюкзак на подушку? Ладно, давай. Дилзы. Ой, он у тебя-то не ставится. Трудно, я пошла. Ну, блин, не оставляй тебя тут одну. Так, ты телек забыла выключить? И телефон ты забыла? Да, точно. Знаешь что? Я знаю, как решить твою проблему. Засунь рюкзак в чемодан. Попробую сейчас, хоп. Тупыт. Так. Ух тыска! Оно работает. Подожди, мне, пожалуйста, я телек выключу. Так и так. Все, иду, сестрюка. Забыла приставку. Спасибо, я такая Маша-растеряша. Доченька, Юлилька, а где твой рюкзак? А мой рюкзак? Мой рюкзак в чемодане. Я воспользовалась методом Ники и Дасы. Что? Ладно, девочки, идемте, не ссорьтесь. Итак, здравствуйте. Здравствуйте. Проходите на борт самолета. Спасибо, мы идем. О, мам, смотри, тут можно снимать ТикТок. Нет времени, идем. Окей. Ура, мы проходим самолет. Да, ладно. Все, дети, выбирайте, где будете сидеть. Мы летим совершенно одни. Юпи! А мама, а почему с нами багажные вещи? Короче, это наш частный самолет, и мы их имеем право взять с собой в салон. Ура, у нас есть частный самолет! Вау, вот это круто! Ага. Сестрюка, быстро, тут есть телек. Бежим. Так, мы садимся тут. Окей, мы тогда садимся тут, чтобы лучше видеть телевизор. Давай, садись, Уля. Иду. Я тут сажусь. Я тут хочу сесть. Окей, тогда я тут. Здравствуйте, я хочу вам предложить напитки. Слушайте, мы еще не взлетели. Окей, простите. Говорит пилот летающего судна. Мы взлетаем. Надо нажать на все кнопочки. Так, блин, я упал. Круто, мы сейчас будем взлетать. Я зол.
блин, мне страшно. А что будет, если мы разобьемся? Не переживай, все будет в порядке. Я боюсь. Мне страшно. Да чего ты ведешь себя как ребенок? Успокойся, дети же не боятся. Хорошо.